Снаряды влучили в наш дом. Это было 3 снаряда. Мы пытались тушить пожар. Представьте себе, если бы я что-то могла взять, так я тушила пожар, а воды в то время вообще не было. Сейчас тепло и солнышко светит, но придет зима, и смотря какая зима, и как у нас будет обстановка со светом, может и не быть.